Йоу-йоу-йоу, всем привет! Это передача «Общага на прокачку» и мы ее ведущие MC Commander Out и MC KKK. И мы решили прокачать комнату вот этих классных парней! Андрюха! А это Сергей, здорово! И сейчас мы вспомним, какая раньше у них была комната. О, ребят, вот это лачуга, я вам скажу. Скажи, Сергей, что ты написал нам на передачу о вашей комнате? Я бы хотел создать место, где было бы удобно учиться, заниматься, готовиться к семинарским занятиям, ну и отдыхать тоже. Отдыхать! И поэтому мы решили пойти дальше и делать из вашей комнаты Dance Party House Millennium! Вы готовы удивиться? Да! Я не слышу, готовы удивиться? Да! Вы готовы удивиться? Да! Я не слышу, вы готовы удивиться? Да! Тогда погнали! Вау, вот это пол! Да, по количеству пыли и грязи, которую мы нашли на нем, мы решили, что он ближе к земле. И поэтому мы просто засадили его травой. Прокачали! Ваши соседи часто жалуются на громкую музыку. Ну это не я, это Андрей включает. И поэтому мы решили шумоизолировать вашу комнату коробками из-под яиц. Класс, спасибо. Дешево и сердито, только не забудь проверить у врача на сальмонеллез. Что? Идем дальше! Чтобы вы вообще не парились по уборке, мы придумали вам вот этого зверя. Чистоган. Чистящая пушка. Очистит от всего, в том числе от стыда, когда ты приглашаешь девушку к себе попить чаю. И есть такая проблема, что Андрей постоянно брал твои тапочки. Теперь такой проблемы нет. Мы приковали твои тапочки к стене. Ну, теперь ты знаешь, где они примерно находятся. Спасибо. Ты писал нам, что Андрей ставит по 8 будильников с утра и ни на один не просыпается. Мы решили эту проблему. Специально для тебя мы придумали бесшумный будильник исключительно для Андрея. Блин, что это такое, а? Как это вырубить? Класс. Выключается только на вахте. Ребята, я знаю, что вы постоянно ссорились из-за того, что Андрей оставлял на спинках стульев свои вещи, но вы с ним поговорили, и он так делать больше не будет. Спасибо. Я не могу. Мы что, доктор Курпатов, что ли? Вместо этого мы сделали тебе стулья-вешалки. Теперь можно вешать на них все, что угодно. А сидеть негде. Класс. Подожди, на кровати тоже нельзя сидеть. Кровать теперь тоже официальное место, чтобы складывать свою одежду. Вы что, это моя кровать, где я буду спать? Мы выселяем тебя, Сергей. Куда выселяем? К девушке. Какой еще девушке? Мы прокачали твою личную жизнь, теперь у тебя есть девушка. Она тебе понравится, вот ее фотография. А еще она любит пиццу, играет в контру и обожает смотреть обзоры Бэткомедиана вместо просмотра кино. Вот ключи от ее квартиры. Иди! Давай, давай, она тебя ждет, она тебе понравится, давай. Да. Молодец, мы рады за тебя. Спасибо, давай. Спасибо. Спасибо. Ты лучший. Давай. Я не могу. Как можно быть таким наивным? Ты с кем вообще живешь? Чем-то горелым пахнет. О нет, эта кровать вспыхнула от слишком яркого светового будильника.